Ну чё, здорово, ёб твою мать. Давайте заценим Ведьмака третьего. Дикая охота. Похоже, это кусок говнища. Он, блядь, в меню 27, блядь, FPS выдает на GTX, блядь. Это ж мать ебал. Как-то они так написали, уёбки. Ну ладно, сейчас заценим. Заебали меня с ним, да, пили обзор, пили хуйзор, блядь. Мультиплеера здесь нет, кстати, это я считаю правильно, потому что когда мультиплеер в сингл не хочется играть, вот GTA 5, да, я поиграл достаточно много, ну как много, блядь, и немного, но и достаточно много, да, я часов 20-30 поиграл, и я в сингл даже не заходил, ну заходил случайно, да, и не хочется, потому что что там делать, ёб твою мать, вот, и здесь то же самое, если бы сделали более-менее нормальный мультик, то нахуй та синглплеер нужен, поэтому... Трушная РПГ, да, такая вот, она действительно должна быть синглплеер, вот какой-то такой. Она либо мод, да, ну и все, то сингл не нужен, либо, блядь, либо only сингл, то есть. Вот такая хуйня, как шутер, да, то есть в Battlefield там есть сингл, ну кому он нахуй нужен этот сингл, хуингл. Хингл бэнс, сингл, хуингл, хуингл. Вот, короче, ну 27 FPS на Asus, да, GTX 980 Strix, это пиздец, блядь. Ну ладно, что ж, давайте будем надеяться, все запишется, потому что этот обоссан Shadow Play, он, конечно, сюрприз за сюрпризом дает, но я уже с ним наловчился. Вроде так получается. Ну посмотрим, ёб твою мать. Так, давайте жмем новую игру. Настройки я уже проверил, все на максимум. Кто не верит, идите в пизду, сейчас скажет, ты, блядь, на минималке поставили. Ну идите в пизду, блядь. Так, только сюжет для тех, кто не любит боли и страдания. Так, а по умолчанию, блядь. Ну ладно, я думаю, сюжет и драки, да, то есть... То что нахуй, только сюжет это, блядь, кино ёбаное будет, правильно? Вкл-выкл, бля, хуй знает, вкл-выкл. Ну ладно, давайте выкл, да, просто неохота, сейчас я начал как бы записывать как бы обзор и... Блять, или все-таки вкл. Ладно, я пропущу, ёпты, бля. Симуляция решений. А че там? Обучение. Ладно, похуй, нажму на всякий случай в кол. Так, сейчас посмотрим какой-то пререндеренный ролик обоссанный. Сразу видно, блядь. Нормальная щетина, ёб твою мать. Кровища, хуища. Да, тут все, конечно, лошади красивые, блядь. У них волосня. Вон тут, конечно, все пререндер, но рендер, но это, блядь, не спортивно, нахуй. Батя, пререндеры хороши были в 2003-м, блядь, но в 2015-м уже пререндер для лохов. Потому что движок был должен быть таким, чтобы на движке выдавать хорошую графику, но... Тут, конечно, вот когда вот графика будет как в этом пререндере, тогда и поговорим, да, а пока что, конечно, будем обсирать все это дерьмо, потому что... Знаете, какая графика должна быть, да? Вот батя вот одобряет, если такая графика будет, чтобы вы понимали, да? Ну, ща начнется пиздюшня, там школота будет хуйню свою, блядь. Сгорит ком, сгорит, блядь. Твое ведро ебучее, на котором... Которое тебе мамка купила, чтобы рефераты в школу печатать, блядь, конечно, сгорит нам. А батин супермонстр переживет, блядь, и выплюнет. Так, ну я смотрю, тут все захватывающее, без единого словца, хуйца, хорошо, батя, так сказать, сказал что-то, блядь, цыганская музыка какая-то, блядь, пизденка какая-то, блядь, с маникюром, педикюром посреди, блядь, войны, бросила шашку, блядь, все взорвалось, нахуй. Она же такая пиздатая, блядь. Тупая пизда. По кафешкам ходит, блядь. На оперу, блядь, ходит, поэтому...
Кастует. Сегодня мы с тобой кастуем. Меня бесит весь этот ёбаный пафос для нищих школьников, блядь. Придумывают всякую фэнтези, блядь. А потом эти нищие школьники, блядь, живут в сказке какой-то. И, блядь, когда в армию идут, их там в парашу еблом, блядь, суют. Они понимают, что в жизни все не так, как в Ведьмаке 3. Ну ладно. Когда это закончится, блядь, безмолвная хуйня? Так, потеряла камушек, блядь. Ну тупая пизда, хуй с ней взять. Так. Блин, а тебя что, 3 часа это смотреть, что ли, ебать, игра. О, вот это может уже на движке, да? Уже сразу видно коряво. Вот, да, вот, коряво. Волосы, блядь, 98-й год, ебать. Блядь, еще бы сделали кубиком, нахуй, как в Майнкрафте, блядь. Ой, блядь, бать, шутник, ёб твою мать. Мазафакам. Так, че это, блядина, соизволит загрузиться? Грузись, и больше не дерись, блядь. Да, трешка нынче не та, что раньше, блядь. Раньше яйца до земли доставали. Так, блядь. Полигончики грузятся. Сейчас это все говнище. Вот, блядь. О, ведро круглое, ёб твою мать. О, нога, ебать, не очень такая. Ебать, у него пятый, ох, как он ножки раздвинул, типа, вставь мне. Хуя, блядь. Ну, ноги, конечно, говнище нарисованы, полный шлак. Да и руки хуйня. Ну, ща ему будет, блядь, отсос с проникновением. Вон, на заковырке тоже 3 полигона, ебать. Так, еблище, конечно, не похоже на что-то нормальное. Да и ухо не очень гладкое, блядь. И пятки у нее, как слушай, у цыпочки, блядь. Должны быть, сука, мозоли нахуй. И пятка должна быть жесткая, чтобы врагу дать понюхать. Ну, как обычно. Тут вечно, то в Ведьмаке 2 пизденка была. Только разбудить? Уже полдень. О, да тут без озвучки, я смотрю, Цири, да? Ты занимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Давайте, хуец, покажите, бля. Нормальных очков рельеф, а этот, блядь, решил, блядь, по-нищенски шрамов все нахуярить. Типа рельеф шрамовый, блядь. Ну я пошел. Шрам, рельеф. Ну да, без озвучки. Ага. Ну может, знаете, уже такой глюк был, это может с видюхой или с чем-то связано, что в реале видео озвучка будет, да, но я ее не слышу вообще. Вот в Far Cry такая была хуйня, хотя Far Cry я еще на старой видюхе делал, давно еще было. Да, жопа у нее, блядь, 3 полигона, ебать. Ну ладно, похуй. Конечно, блядь, на такую бабу не встанет, блядь. Баба должна быть гладкая, нахуй, полигонистая, ёб твою мать. 2015 год, ебать. У неё, сука, даже нос треугольником, блядь, сделали, чтобы, блядь, меньше ресурсов на прорисовку, блядь, было, сука. Да, властняк, ебать. Такой мы ещё видали, блядь, в Half-Life 2, нахуй. Где ж нормальные волосы, которые еще, блядь, в 2000 хуй знает, в 5-м году показывали NVIDIA? О, похоже, можно играть, ёб твою мать. Прыгнуть пробел, ща, погодите. Висюн. Так, добро пожаловать в игру. В ходе обучения вы знаете, как вы можете... Пробел, блядь. Так, ща я проверю, записался ли звук, а то, блядь, ёбаный шедоуплей. Так, ну записалось, да, как я и говорил, там
озвучка на самом деле есть в видео, то есть я ее не слышу в игре, а в этой она есть. Так, мини-карта в правом показывает под мини-картой, блять, список задач, которые, ёб твою мать. Ведьмачье чучьё, блять. Сука, как я ненавижу, блять. Чучьё это как в Ассасин Криде был взгляд орла, ебать. Где это ведьмачье чучьё? Осмотрите бросающее... Ну, блять, оно и так вот бросается. Даже без чучья. Ну-ка, куда еще? Ведьмачье, бля. Ведьмачье чучьё, бля. Ёпта, мать твою. Загасить! Ха, бля, в сортире сгасил, твою мать. Ну чё, ебал тут не приблизить, я смотрю, да? Ну, волосняк ты, ёпта. Кубиками, как в Майнкрафте, нахуй. Так. Ну ты чё, один волосок вон слева, блядь, сделали, типа охуеть. Только текстуркой плоской, блядь. Что-то ебать, по-моему, улучшений, по-моему, с 2011 годом, когда вышел Ведьмак 2. Что-то особо и нету. Там я более-менее ту игру похвалил тогда, ну, конечно. Там, помните, там была ебанутая гамма противная. Но здесь она тоже присутствует, походу. Ну, ща еще посмотрим. Ну, вот тут красные тона, да, как бы. Ну-ка, ага, вот они подсвечиваются, то есть. Ну, чё, пизденка, давай, раздвигай ляжки, ёпта. Свои малоплегональные, бля. Ща будем тебя штырить, ёпта. Давай, чё ты, бля, припухла, что ли, ёпта? Я тут подумал, может, подождет еще немного. Это не педагогично. Расчесывает свои, бля, три волоса, блядь, кубиками сделанные, нахуй. Мне тебя очень не хватало. Я хочу еще побыть с тобой еще разок. У меня привстала опять, ёпта. Я искупаюсь. Мазбака. Сделаю макияж. А ты как раз позанимаешься и вернешься. Макияж она сделает, слышь, ты пизда. Иди, блядь, посуду мой, нахуй, белье стирай, ёпта. А ты их так много знал? Не все ли равно. Блять, и че, я так и не буду слышать ничего, что ли, ёб твою мать. Или потом я перезапущу игру, это все будет. Блять, сидит она тут, расселась, сука. Дай тебя за сиську, что ли, хоть пощупаю, блядь. Смысл от тебя. Блять, ты хуй смотришь в зеркало, в котором нихуя не отражается. Ой, ебать, 2015 год. В зеркале нихуя не отражается. Специально, чтобы, блять... Консольки, блядь, вытянули это говнище, блядь, понятно, сгорят нахуй. Они даже с этим, блядь, тремя полигонами сгорят, блядь. Ну, конечно, Ведьмак что-то не очень, бля. Уж волосы я молчу, да, что? Это, блядь, позапрошлый век, ебать. Няня Пушкина, ёпты. Хы, нарисовала. Но, блядь, даже вот рубашечка, блядь, воротник, видно, что он такой не особо гладкий. Ну, как более-менее, да, как бы, но... Все, блядь, не как, конечно, в Warcraft 3, World of Warcraft, блядь, но все равно, бля, хуйня, короче. Знаете, в 2011 году такой еще был более-менее норм, но, блядь, в 2015 кормить нас таким дерьмом. Так, И нажмите Е. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? У тебя есть какая-то, блядь, одежда, мать твоя... Давай, ты чё, ёпта? Где тут ведьмачий чучьё, бля? Надо на миникарте показывать, где вообще. Чё, бля? Стрелочкой, блядь. Как тут приближать, ёпта? Ну тут мне, конечно, графон, в общем, не одобряю, не нравится. Не производит сильного впечатления, блядь. Все это как-то, блядь, не очень. О, а вот водичка ничего так, ёб твою мать. Да, вот водичка так рябая. Нормально, водичку вот одобряю. Кисейные берега, ёб твою мать. Загасить нахуй. На, бля, загашу, ёб твою мать. Блять, даже вниз нельзя вот нажать. Вот это вот максимально, вот видите, вниз-вверх, вот больше нельзя никак, бля, вот так вот только. То есть полище даже не посмотреть. Так, а чё тарелочка, бля?
Ну такая более-менее круглая, ёб твою мать. Так. Так, ебать, тут, бля, жрателла нахуй. Сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Охуенчики, я пока что не иду в Open World. Текстурки заценю. Блять, как приблизить-то? Ха-ха, был типа ебало, вифта. Так, блядь, текстурки, приближайся. Да ну-ка, сим-сим, текстурка, приближайся. Что-то она, блядь, мыльная какая-то, нахуй. Мыльцо, братишки. Нам, смотрите, смотрите, подсунули-то мыльцо, ебать. Смотрите, какое мыло, ёб твою мать. Counter-Strike 1, там вот такие же текстурищи. Да. Ну вот это вот почему-то вот, вот мозаика более-менее выглядит, ебать. Хуй знает. К сожалению, приблизить, видите, нельзя так, чтобы нормально. А, вот так вот. А, нет, это что, это 256 на 256, или как там? А, 16 на 16, во. Разрешение текстур, да, это они только вот так вот более-менее выглядят, а так это там 16 на 16, ёб твою мать. Так, ну сыр нормально, более-менее. Рокфор бы был доволен. Закрыто, нужен ключ. Блять, сука, ёбаный квест, нахуй. Не, ну Власняк его бесит, и это ёбаная, типа, моднявая сейчас прическа, блять. Не, Ведьмак, ты, блять, как был в 2007 году вышла первая часть, или когда я просто в нее не играл, да, то... Так, блять, ты там и остался, ёб твою мать. Так... Туда пока ж не пойдем. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадут, совсем мертв. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Ща я твои, блядь, сиськи потрогаю, если флаконы, блядь, не дашь. Блядь, твою дырку потрогаю. Так. Флакон ее там щупать, блядь. Трогать нельзя, блядь, сука. Ты, блядь. Ладно, давайте выйдем все-таки уже. Потом туда пойду. Подземелье, ща выйду, заценю Open World. Лера. Так, фу, конечно. Не очень, блядь, не могу охватить взглядом батькинским. Все, так сказать, лески, поля, ебать. Ну, тарелочки вам скажу более-менее. Наконец-то в 2015 году более-менее круглая тарелка, ёб твою мать. Такая достаточно круглая. Вот единственное, что кувшин, видите, я специально, да? Там, конечно, максимум 20 полигонов, даже, думаю, 20 нету. Но тарелка, блядь, удалась. А тем более с такого расстояния. Вот наконец-то, блядь, помните? В Моровинде там 5 полигонов было ГОСТом, блядь, сделано. Так, текстурки. Вот с такого расстояния, кстати, текстурка приятная на этом, блядь, на поручне. Но тут, видите, особо не приблизить, блядь. Ну, текстурка листовые хуйня, смотрите, ебать, тут тоже особо не приблизить, но... То есть вот так вот приблизить. Ну, во-первых, это текстурка, да, вот она, видите. Такая, а во-вторых, видите разрешение ее, да, вообще ни о чем. Ну, вообще, ну просто вообще ни о чем, ебать. Ну, это, блядь, Half-Life 1, нахуй, 94-й год примерно. А вот этот вот камень, более... Хотя, если приблизить, да, тоже 91-й год, ебать. Ну как тут он, вот он вот с такой стороны приятно, сука, выглядит. Вот ничего не могу сказать. Вот приятно, сука. Ну это специально обман консолик. Чтобы консольки не сгорели. Ж, блять, дурачку понятно. Вот. Так, ну-ка сколько там на кольце полигонов, ёпта. О, попадало. Смотрите, кольцо-то, ебать, 8 полигонов. Ну там десяточка может, ёпта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, 10 полигонов, ёб твою мать. Да, батю, бля, не подмануть. Ты ж меня подманула, ты ж меня подняла, ты ж меня молодов с ума разум свела. Но, блядь, тарелочка, сука, удалась, твою мать. Да и бутылочка вон более-менее, ничего так, ёб твою мать. Ну, камушки тоже. В принципе, одобряю камни, да. То есть, в таком расстоянии они выглядят, ну, неплохо, неплохо. Но, блядь, листва, конечно, подвела. Листва, конечно, ёб твою мать, конечно, ни о чём.
Блять, к сожалению, видите, плохой обзор, да, то есть вдаль смотреть. Ну, деревья, да, дохуя деревьев. Но это мы еще видали в игре Апач. Апач. Древний, говяный, говняный. Вообще мы это где только не видали, дохуя деревьев. Горы, горы, пизда, горы, бля. Ну так вот, горы, кстати, неплохо. А облака, ебать, вот облака как реальные, да, облака, вот облака удались, ебать. Горы, кстати, тоже ничего, понимаете, что мне не нравится, да, когда в какой-нибудь GTA, когда туман, да, туман, и все скрывается в тумане, а тут как бы горы, да, понятно, они там задник, но вот как-то вот симпатично. В общем, да, вот ландшафт удался. А вот, к сожалению, вот видите, там крепость, ее, к сожалению, так отсюда особо не видать. Да, но в целом так не так уж и плохо. Вот единственное, что вот волосняк, это жесть, это просто жесть. Дальше, вот эта ручка 10 полигонов, да. Листва, конечно, она издалека, конечно, она неплохо будет смотреться, но сблизи что-то она... Ёб твою мать, это пиздец, какая она убогая просто. Пизда. Ну и внутри дуры, да, внутри дуры что-то тоже не очень льёт. Вот этот внутри дур не нравится, блядь. Он такой же, как в Готике 1 практически. Не намного лучше, блядь. И не бегает, блядь, это ёбаный, блядь, персонаж, твою мать. Так, хуярим. Фу, я ж думал, бля, висюн. А это, блядь, сюжет. Твою мать. Ведьмак крепко спит. А Цири, разумеется. Так. Старый ведьмак спит. У меня опять не слышно, к сожалению, этих. То ли звуковых что-то с ней, то ли кодеки какие-то. У меня тоже и бывает, и... Бывает проблема, в общем. В браузерах бывает звук не слышно, может, кодеки. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки. Так, блядь, получается, весь пиздеж я не смогу послушать. Но надеюсь, потом, после запуска, при запуске, он у меня будет. Ты дал ей этот кирпич? Книга говно, блядь, там нечетко. У Иоанна из Бруга не... Но твой перс, кстати, неплох, неплох. Кольчуга, вот заебись, в общем. В сравнении, по крайней мере, с... Что, с этими, блядь. С кем-нибудь, с какой-нибудь древней Готикой 1. Готикой 2, вот Готика 2 я играл, конечно. А я сколько... Нормально, нормально, да. Вот тут вот, у него прикид, блядь, заебись. Не знаю, меня сейчас слышно, потому что он пиздит, а я не слышу. Может, громкости, если надеюсь, хватает. Милости просим. Ну вот еблище, конечно, у них не очень. Ну, властняк-то я вообще молчу, да, вот еблище. Сука, ведьмак, у него какое-то ебанутое холопское лицо, блядь. Ёбаный поляк, он же поляк, да? А поляки, это же холопы, блядь. Мы в Российской империи они были, мы их завоевали, бля, в тысяча... Весь 19 век Польша у нас была. Она, Польша, вышла только после Первой мировой от нас. Потом мы ее во Второй мировой частично брали, но, блядь... Блять, ёбаные диалоги, если я не слышу, как я буду отвечать. Как тут не сердиться? Это сопля. Хуевы поляки, блять, они были под нами, были нашими крепостными, блять. Ладно. Была Речь Посполитая, мы ее выебали. Значит, мне Россия, Речь Посполитая. Там еще ее атаманы ебали, но мы потом и атаманов выебали, но атаманская. Великая атаманская империя, как ее там? Османская, во, османская, бля, османцы. Блять, хуёв, конечно, без звука, твою мать. Ну тут пиздёнка, конечно, ниндзя, блять. Ну, блять, на дереве было видно, блять, текстурка. Ебать, она хуярит, блять, такая ниндзюца просто, блять. Почему ты так сюда рвалась? Толкни её, хули, блять. Падающего да подтолкни. Заповедь его на массу. Смотри, какая ниндзя, ёпты. Ох ты, какой текстурка плохой. Смотри, как удерживает. Ну ебать, да еще она с закрытыми глазами. Цири. Блять, шклота 7 лет нас смотрится, потом будет на гараже с 9 этажа прыгать, блять. Нет, ноги. Вот такую хуйню пихает, блять. Джеки Чана всяких показывают, блять. Хватит, слезай. А потом ноги ломают. Позвоночники, блять. С 20 этажа прыгают на асфальт. Всю хуйню, блять, какую-то. Можешь снять повязку. Эй, дура, чё тебя с волоснёй? Ты, блядь, прическу бы нормальную сделала. Есть ещё над чем работать. Бля, ещё тебе ёбаные веснушки, блядь.
для ведьмака? Может, у меня на веснушке не стоит. Или стрыга будут тебя поддаваться, потому блять, она еще карлик, что ли, ему сосать удобно будет. В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его да, заданиями. Да, волосняк полный фуфел. Нахуй это Nvidia все свои технологии хуярит, хуярит. Эта книжка была страшно скучная. В итоге волосняк, блядь. Я знаю. А ты знаешь, пиздец, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше ничего, скоро мы, может, в намаз демку будем делать на Unreal новом. И там будет волосняк, заебись. Не то, что как в этой ебаной... Блять, я не читал ваши ебаные диалоги, блядь. Извинения недостаточно. Они тупые, еб твою мать. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком, с комментариями. Да, пиздец, нет, я не могу пожалуйста. На эти волосы без содрогания смотреть. Конечно. Даже, по-моему, Assassin's Creed волосы были сказал. Лучше. Пойдем позанимаемся помню, внизу правда. С остальными. Мы побежим через стены. Конечно, ёпты. Давай еще немножко конечно, обучимся. Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? А, так она лилипутка. Только если свалишься. Лилипутка, ёпты. Ха-ха, я ведьмак, альфа-самец, ёб твою мать. Ща буду тут всем палки кидать, ёпта. Ёлочки-хуёлочки, блядь. Ну, ёлочки такие, в общем-то, не самые плохие, но мне ничего не нравится, они слишком быстро шевелятся. Я понимаю, там ветер, все дела, но не так же быстро. Там ветер какой-то должен быть, блядь, это самое, сногсшибательный, короче. Да давай используй, блядь. Подойдя, нажмите. А я чё жму, блядь? Z, что ли, нахуй? Геральт, что такое? Идём. Бля, у меня E не работает. О. Так. Так, чтобы взобраться, я спробил. Ну тут прям Assassin's Creed, ебать. Элементы. Когда они объединятся? Надо объединиться и выпустить консолидированную игру с элементами Assassin's Creed. Надо вообще всем разработчикам объединиться и Assassin's Creed, цели. И Need for Speed, чтобы здесь и тачки были, и паркур охуенный, и Battlefield, чтобы оружие, танки были. Вот. Все разработчики потом бы объединились и создали супер игру одну. Вот она бы весила, блядь, 70 терабайт, но зато это была бы такая охуенная игра, блядь. Ебать, он даже на перила не ёбнулся. Блин, бля. О, сейчас травку заценим. Так, блядь, травка. Травка антивномаз защита. Смотрите, она исчезает. Суки, блядь, допедрили эти хуесосы. Стали антивномаз защиту тыркать. Вот уёбки. Так, а камушки... Капушки-то видно, бля. Ну, видно такие текстурки, блядь. Вот с такой сами более-менее, конечно, но при ближайшем рассмотрении они такие не самые идеальные. В том же Battlefield 4 круче. Тоже я еще не сделал смотр на новую видюхи, но надеюсь, руки дойдут. Просто сейчас много других игр, да, которые надо делать. И не до тех игр, на которые я типа сделал обзоры. Блять. Я и Кризис 3, я, кстати, Кризис 3 наконец-то поиграл немножко. Фуфельный там графон, конечно. Вот сейчас, да, там прошел первый уровень, где там индуры, там фуфло вообще. Но сейчас я дошел до аутдуры, но там я прекратил играть, и там я уже обзор буду делать. Так. О, травища. Ну, травища крест-накрест, ёб твою мать. Это вот видно, да, видите? Вот смотрите, вот сейчас, вот видите? Видите, крест-накрест. Трава крест-накрест сделана. Да, трава, ну такая трава, в общем, жиденькая, да? То есть жиденькая, смотрите, ну... А вот, кстати, в кризисе она вот густая, в третьем вот. Ну, это я обзор сделаю, но потом, не знаю, сейчас, конечно, другие, да, игры... Вот там вот трава густая, блядь. А тут, смотрите, даже вот эта трава, они даже ее просто текстурой сделали. То есть мох на стене, видите, он просто текстурой сделан. То есть стрёмно, блядь. Где эта пизда-то?
А вон она. Ой-ой-ой. Так. Ну и лицо у Весемира. А ты чего? Ну, в целом, конечно, детализация так неплохая. Я хуй знает, ща вся, каждый школьник будет писать, что на плойке то же самое, такой же графон. И нехуй платить 100 тысяч. Это понятно, нищеброды. 5 тысяч за игру, блядь. За мыльцо. Ну, конечно, это не максимум. Это понятно, это не максимум. Ну, кстати, не тормозит, да? То есть я еще раз посмотрю, какой FPS не тормозит. То есть FPS около 50. Ну, вот сейчас там вот 58, 46, но это сейчас... Ты что-то хочешь сказать, немножко другое, поэтому этот FPS не в счет. Я так. Ужасненько виновата. Молодая кровь требует дела. Yep. По отметинам, я кажется... Блядь, жаль, я ничего не слышу, к сожалению. Значит, ты прочитал. Но ты же спал, дядюш... Блядь, тупорылый диалог, я не верти хвостом. Не нахуй верти этот диалог хвостом. Вообще, а? Не верти хвостом, блядь. Не верти, блядь, сука. Волосней на лапке, ёпта. Волосней на жопе, блядь. Но не испытывай мои косичку на жопе мире, заплетаешь? Хорошо? А то доиграешь. Волосы на жопе в косичку заплетаешь. Ладно, хватит пока. Геральт в паре со мной. Блять, ну тупая. Ой, блядь. Ну что за тупая замечу. Игра, ёб твою мать. Ну что? Мне нужен экшен. Уже, блядь, 2 часа ночи. Я более менее рано встал. Ну не так, чтоб рано, но, блядь. Да ёб твою мать. Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать о сну. Давай нахуй. Доставай меч, Геральт. Один, чтобы обнажить. Нажмите Z. Быстрые удары. Раз, два, три. Я же Z жму. Геральт, не выделывай. Сильнее. Чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Чтобы провести, зажмите Shift. Охуенная боевка. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Выберите в какую из помощи стрелка влево, а затем альт. Понятно. Блять, ебать тут кнопок дохуя и альт. Альт вообще редчайшая кнопка, блять, в игре. Ну, в играх. И таким образом выбрать направление. Теперь блок. Цири тренироваться. Цири, смотри, будет под каким углом Геральт держит меч. Что мне блокировать? Ну, блокирование правой кнопкой, это мы еще в Моровинде так делали. Пустим воду. Репост. Удар. Отвечай. Репост. Может, погода меняется? Ну давай. Вот тебе в артерию. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Бля, Квен хуен. Где он там, Квен? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри почему. Что делать? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И чтобы искры летели. Видишь? Если бы Квен, я бы... Арт Геральт, давай! Геральт, гори, ясен. Хуй. Поняла? А
Арт собьет с ног любого. Блять, ну Мил, знаете, вот эта вот трава, что низенькая, она мне более-менее еще нравится. Она достаточно густая, кстати, тут. А вот это вот, что повыше, да, вот эти вот камыши ебаные, блять. Вот камыши мне не нравятся, или пшеница это, блять. Что-то она какая-то, блять, беспокойная, нахуй. Мне не нравится. Кстати, он ее прижимает, обратите внимание, когда идет, он ее прижимает. Но это не в первой игре, это я еще давно заметил, была там какая-то игра, забыл какая. Тоже РПГшка, не очень популярная, но с приличной графикой. Не, ну графон, в общем-то... Ну тут, видите, нельзя текстурки поближе, но Астакор станет более-менее так, ничего, нормально. Но тут, видите, все уменьшили, чтобы плойка не сгорела. Там-то понятно, если приблизить, то так себе. В принципе, он какие-то лохмутья даже, блядь. Знаете, это действительно ткань? Ну, скорее всего. Тени, блядь. Вот эти камыши бы еще получше, бля, были прорисованы. Что-то они, блядь. Вот низенькая, да, повторюсь. Вот она, да, она симпатичная, да, так как тот. Более-менее. А вот, блядь, камыши, ёб твою мать, конечно. Не выделывайся. Так, чё там? Акси, бля. Акси. Ах. От Акси всё в голове будется. Теперь Ирден. Помнишь его? Мёрхен. Видишь цель? А! Так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Не бойся, Цирик, Вен выдержи. Пиздец, средний клавиш. Не часто. Достаточно. Теперь спарринг. Сука. Бля, что он такой быстрый, ты, ёб твою мать. Нажав С, но он не нажимает С, бля. А, во. Так, ну что можно по графону сказать? Ну так, так, бля, ебать. Ух ты! Камыши вот не нравятся, конечно, блядь. Ну, в принципе, учитывая, да, средняя, так сказать, средний уровень игр текущих. Вон слева какая текстура говнища, блядь. Средний уровень игр, конечно, более-менее так ничего, сойдет графончик. Где-то что-то получше, да, где-то что-то похуже. Но, к сожалению, практически все игры идут кроссплатформа, поэтому... Поэтому это очень хуёво. Будешь чистить все мечи до последнего. Ну, в принципе, с другой стороны, а что еще ожидать, да, вот на сегодняшний день? Никто не будет делать, даже самые богатые разработчики никогда не будут делать супер крутую графуку. Реально крутую, да, не такую, более-менее. Реально крутую. Бля, ебать, это Вейдер. Это у него сон такой приснился или хули?
А, я понял, это, наверное, обучение было, да? То есть это, видимо, обучение было. Если бы не было обучения, то я бы сразу вот здесь вот. Возможно. В намаз ебать умен. Хорошо, что я нажал обучение, иначе бы я не увидел графон того замка. А тут сейчас, наверное, ночь будет. И как бы долго надо будет до этого скакать, блядь, до графики. Долго рассказывать. Заря еще блядь, не этот скоро. Синяк уже или заебал, есть? Сука. На самом деле, не знаю, кто носил там длинные волосы. Могу сказать по своему этому, блядь, опыту, что длинные волосы они заебывают. Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье. И хуёво носить. Была... Трис. И для я воинов не... это хуйня. Да? Ее там и не было никогда. Но во сне... Все было такое настоящее. Они мешаются и так она далее. Она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наив. Мы найдем. Блядь, ее. Синяк красноносый, ёпт. Сковидный, блядь, бухалыч. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Блять, вот опять эти ебаные диалоги пошли нахуй. Закончилось все не слишком. Которые я к тому же еще и не слышу, блять. Не слишком. Как бы тут все это пропустить, говно. Пора ехать. Давай, давай, мужик, пропускай все говнище, блять. Может, ты упустил что-нибудь? Да, он опять для камыши ебаный. Упустил, мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили. Не, ну одежда более-менее, да, то есть, конечно, жить, не типа супер идеал, он там что... на бляхах вот видны полигоны, помолчи да, некоторые, немного, но все равно так нужно понимать, что не в каждой игре даже такое пахнет есть. Сиренью и крыжовником. Я собирался его читать, а не нюхать. Эй, алкаш, ты уже меня реально заебал, блядь, вот ебись. Это... Блять, ебаные диалоги нахуй. Нахуй мне эта вот хуйня вот вся эта, блядь. Я чукчи не читатель, блядь, чукчи писатель, блядь. Ну началось тут, блядь. Это, блядь, гули нахуй.